Тем временем вся мировая интернет-общественность обсуждает корейское нововведение. Количество личного транспорта в Сеуле неуклонно растет. Как следствие, растет и количество пробок на дорогах. Движение становится напряженнее, бензин дорожает, а парковочных мест в местах массового скопления автомобилей катастрофически не хватает. Статистики вычислили, что каждый день сеульские водители вынуждены проезжать как минимум 500 лишних метров в поиске свободного парковочного места, то есть 15 километров в месяц, и уходит на это около 1 литра бензина. Топливо в Сеуле стоит примерно $2 за литр, и рачительно корейцы не прочь сэкономить эти деньги. Маркетинговое агентство, получившее заказ на продвижение сети заправок S-Oil, придумало простое, а главное бюджетное решение этих проблем. Ярко-желтая надувная стрелочка с надписью «Здесь», привязанная на парковке, поднимается в воздух и сигнализирует об освободившемся месте и опускается, если место занято. Водитель направляется к этому месту, и ему больше не приходится нервничать, наматывая круги по стоянке. Это помогает значительно сэкономить бензин и время на поиск свободной парковки, а также сохранить хорошее настроение у автомобилиста. Вот это и есть социальная ответственность бизнеса с человеческим лицом. К примеру южнокорейских продавцов бензина теперь собираются последовать и другие страны. С вами была рубрика «Тем временем». Оставайтесь онлайн на сайте телеканала «Мой город». И не забывайте читать наши новости ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере. До свидания.